Глава государства принял председателя Конституционного совета. Касым-Жомарта Токаева проинформировали об итогах мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Казахстана. По словам Кайрата Мами, несмотря на пандемию, национальный план мероприятий по организации и проведению юбилея основного закона в целом исполнен. Президенту рассказали о поступивших по результатам проведенных мероприятий предложениях. Они направлены на укрепление режима конституционной законности в стране. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Конституция является основой казахстанской государственности и стратегии развития страны. В рамках предстоящего года 30-летия независимости госорганы и казахстанцы должны глубоко вникнуть в суть конституционных положений и руководствоваться ими.